Как и многие российские музыканты и актеры, Стас Костюшкин после пика популярности решил перебраться за город, чтобы обеспечить для своей семьи лучшие условия проживания. Поселок, где живет Стас, находится недалеко от Москвы. На территории, принадлежащей артисту, хватает места для всего. В доме есть несколько спален, столовая, спортивная зона и, конечно же, комната сына. А для хранения машин предусмотрена огромная подземная парковка. На переезд за город Стас Костюшкин решился не просто так. В одном из интервью он рассказал, что по-настоящему отдыхает только рядом с природой в полной тишине. Несколько лет назад артист владел жильем неподалеку от Санкт-Петербурга, но позже продал его, чтобы жить ближе к столице. Дом в Подмосковье был выбран после тщательного осмотра. Артисту и супруге понравилось оформление, к тому же в доме уже была обустроена зона отдыха. Имелся домашний кинотеатр и необычная комната, обставленная старинной мебелью. После переезда Стас внес некоторые изменения в дизайн, построив его под свои желания и потребности. Приобретая дом, Стас хотел создать настоящее родовое гнездышко для своей семьи, поэтому внимательно относился к деталям и учитывал все. Расположение комнат, близость к городу и природе, наличие места для игровой зоны. Кроме дома музыканта имелись апартаменты на 7 этаже, поэтому Стас успел оценить прелесть подъема наверх с детской коляской. Кроме того, там не было возможности завести питомца, о котором мечтал не только ребенок, но и взрослый. Главное преимущество дома – это возможность выйти на улицу на свежий воздух в любой момент. Для этого не нужно надевать выходную одежду и брать с собой целые комплекты игрушек и приспособлений для ребенка. Кроме того, Юлия, супруга Стаса, всегда хотела иметь свой огород, чтобы там выращивать зелень, овощи и цветы. Покупка дома стала большой радостью и настоящим спасением. Все пожелания воплотились в реальность, и семья смогла обустроить свой быт и жить с комфортом и уютом. Для отделки были выбраны максимально простые и естественные оттенки – коричневый, белый, серый. Одна из стен в гостиной для контраста и придания помещению вытянутой формы покрашена в изысканный песочный цвет. Несмотря на то, что каждая деталь лаконичная и простая, интерьер выглядит очень продуманно, стильно и дорого. С первого взгляда заметно, что к отделке приложил опыт настоящий дизайнер. В доме Стаса Костюшкина кухня и гостиная отделены друг от друга лишь формально и по сути составляют одну часть для еды и отдыха. Для кухни была выбрана качественная мебель в темно-коричневых оттенках. Обеденная мебельная группа представлена большим столом прямоугольной формы и комплектом стульев. Здесь может разместиться вся семья и гости. Современный стиль в доме Стаса Костюшкина создан за счет использования декоративных элементов и сочетания разных направлений в дизайне. Основное внимание уделялось отделке и наполнению спальни. Для нее была выбрана роскошная кровать на металлической основе, а также необычное подвесное кресло. А чтобы в комнате было по-настоящему уютно, дизайнеры добавили несколько светильников с мягким светом.